Сложные пятна? Решение есть. Ребенок пролил на себя борщ. Добавляем ваниш на пятно. Ваниша новая крышечка. Втираем в пятно средство. И замачиваем. Пятно практически отошло. Футболочку отправляем в стиральную машину. И крышку туда же. Крышка не ломается и не портит ткань. Вещь как из магазина. Пятна для меня давно не проблема. Я беру ваниш с новой чудо-крышкой. Наливаю в нее средство и тру ребрышками на крышке. Добавляю ваниш порошко. Такой результат я получаю постоянно. Методов стирки много. Ваниш один.